Всем привет, с вами Веломода, и сегодня мы рассмотрим втулки на промышленных подшипниках Novatek. Вот задняя втулка на 4 пром подшипника, под 32 спицы, под дисковый тормоз, ротор крепится на 6 болтов. Втулка комплектуется эксцентриком, очень удобно. Вот такая коробка, сейчас ближе покажу. Здесь написано, что она весит 492 грамма, 4 промышленных подшипника. И под кассету 8, 9, 10 скоростей. Такие варианты кассет подойдут. Производство Тайвань. Также вот покажу вам переднюю втулку. Тоже под дисковый тормоз на 32 спицы. Эти втулки уже давно зарекомендовали себя. В интернете есть много описаний, как их разбирают, сколько они могут пройти пробега. То есть вот, даже 9000 километров человек проехал, разобрал ее, почистил, и она дальше ему исправно служит. И это не удивительно, потому что втулки оснащены хорошей защитой от пыли и влаги. Что главное в этих делах. Задавайте вопросы, пишите предложения. Веломода, ждем вас. Всем пока.